И, наконец, еще один дар – дар апостола. Это человек, который видит, что церковь направлена в мир с определенной миссией от Бога. В Священном Писании слово «апостол» используется в трех смыслах. Первое – апостол с большой буквы, как и пророк с большой буквы. Помните, был у нас послание к Ефесянам 2:20. «Быв утверждены на основании апостолов». Это люди, которые знали воскресшего Христа, которые были призваны конкретно к апостольскому служению. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, говорит о том, что он меньше из апостолов, он последний из апостолов. Христос, воскресший Христос, явился ему на дороге в Дамаск. И он призвал апостола Павла. Воскресший Христос явился апостолу Павлу. Это апостол с большой буквы, как есть и пророки с большой буквы, те, через кого Господь дал нам свое Писание. Ранняя церковь различала апостолов с большой буквы и апостолов с маленькой буквы. Игнатий Антиохийский в 110 году нашей эры написал: «Я не обращаюсь к вам, как Петр или Павел. Они апостолы, а я грешный человек». Он понимал, что есть существенная разница между апостолами и пророками, которые дали нам записанное Слово Божие, Новый Завет, и новым основанием апостолов с маленькой буквы, пророков с маленькой буквы, пасторов, учителей, которые наставляют Божий народ, которые учат Божий народ, которые готовят Божий народ к тому, чтобы мы были живыми камнями в Божьем доме, живой церкви, которой предстоит стоять века. Сейчас тоже есть церкви, которые основываются людьми с апостольским даром, с малой буквы «А». И зачастую эти люди действительно понимают и принимают к себе то, что сказал Иисус: «Мир оставляю вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Итак, с одной стороны, есть апостолы с большой буквы, с другой стороны, апостолы с малой буквы. И в каком-то смысле каждый христианин тоже апостол, он посланный, каждый христианин тоже поставлен нести Божие Слово. Так что эти дары работают на трех уровнях. Нас сейчас интересует дар апостольства на втором уровне. Это человек, которому дан, как некоторые говорят, апостольский гений. Этих людей Господь посылает так, как когда-то посылал Варнаву. Это люди, которых заботит судьба церкви. Это люди, которые основывают новые церкви, потому что у них апостольский дар. Я надеюсь, вы правильно поняли то, что я сейчас говорю. Я считаю, что у старшего пастора обычно один или два конкретных дара. И церковь организована в соответствии с дарами вот этого пастора. Но при этом пастору важно построить команду, выстроить команду людей с дарами, которые его будут дополнять. Если это не сделать, то возникает проблема, которая проиллюстрирована вот здесь. Смотрите, если человек имеет дар учителя, но в команде у него нет миссионеров, в команде у него нет пророков, в команде у него нет экспериментаторов, в команде у него нет евангелистов, тогда церковь становится ориентирована на один дар,
Это люди, которые, допустим, хорошо обучены, но ничего больше не делают. Вот это опасность, которой подвергается церковь, в которой есть, допустим, одаренный учитель, но у него нет команды. В Техасе есть такая церковь. Эти люди настолько были посвящены, преданы преподаванию, что они организовали христианскую школу для детей. И в конце концов они сказали, что дети прихожан этой церкви должны учиться только в их христианской школе. Они запретили своим детям учиться в других школах. И церковь не росла, церковь, наоборот, уменьшалась. Но в конце концов они сменили лидера, и пришел другой пастор, и он сказал: «Я отправлю своих детей в обычную государственную школу». И церковь начала расти. Церковь перестала быть лишь малой группкой людей, которые были связаны своими верованиями, связаны своими, в каком-то смысле, и предрассудками тоже. Смотрите, люди, наделенные даром учителя, обучают, помогают людям действительно принимать и понимать Слово Божие. Пастыри не только преподают, но и работают с людьми. Они включают людей в малые группы, они включают людей в благовестие, они включают людей в ученичество. Они заботятся о людях. Таково сердце пастора, таково видение пастора. И человек, наделенный даром евангелиста, готов расширять границы. Этот человек готов идти не только к верующим, но и к неверующим людям. Благовестнику, евангелисту важно, чтобы приходили новые люди. И когда в церкви есть одаренный евангелист, вокруг него также формируется команда людей, которые также проповедуют Евангелие и христианам, и нехристианам, и верующим, и неверующим. И это работает. Такова, например, церковь Willow Creek, о которой мы уже говорили. Таковы, например, южно-баптистские церкви в Соединенных Штатах Америки. Есть пастор с даром благовестника, с даром евангелиста, и приходят новые и новые люди, которые обретают Христа в церкви. Но опасность в таком случае заключается в том, что если не будет учителей, если не будет пасторов-учителей, то мы получим просто большие призывные собрания. Там будет много христиан, но вера их, их знание Бога будут неглубокими. И, наконец, есть миссионерский дар, апостольский дар. Вот человек, у которого апостольский дар, хочет идти вперед, хочет участвовать в Божьей миссии в городе. «Как послал меня Отец, — сказал Иисус, — так и я посылаю вас ко всему миру, для всего мира». И наша задача — участвовать в этой миссии не только в церкви, но и в районе, и в городе. И люди с апостольским даром, с даром евангелиста, с миссионерским даром идут вперед. И их волнует, что происходит с их городом, что происходит с людьми в этом городе. Эти люди не просто приглашают окружающих в церковь. Нет, эти люди сами идут к окружающим. Эти люди начинают основывать новые служения. Эти люди строят мостики, перекидывают эти мостики, устанавливают связи. Таков апостольский гений, таково сердце апостола. Я надеюсь, что мы с вами увидели, что Бог устроил свою церковь так, что даже на уровне руководства нам нужны и ведущие пасторы, и ведущие пресвитеры, 1 Тимофею, 3 глава, 1 стих. Я считаю, что у церкви всегда есть один ведущий пресвитер, но он не имеет права быть один. Рядом с ним должна быть команда единомышленников, команда людей, которые дополняют друг друга в Божьих дарах, потому что дары эти прекрасны, и дары эти работают вместе. Чтобы церковь у нас была такая, как, допустим, та гамбургская церковь, в которой каждый четко знает, каков его
дар. Может быть, это дар апостольства. Может быть, это голос пророчества. Может, это дар благовестия и евангелизации. Может быть, это пастырский дар. Может быть, это дар учителя. Но эти люди работают вместе, в одной команде, для того, чтобы церковь была многосторонней, для того, чтобы были разные круги, а не просто один круг, для того, чтобы церковь не застревала и не застаивалась. ТВ-семинары — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.